Погодите. Сейчас я подрубаю топовые стримчанские, ёпта. А я подрубаю. Вообще не могу ничего сделать. Конечно. Да что такое? Кстати, сервер лагает, что-то пиздец, да. Пинг нормальный, но он лагает. Не знаю, европейский есть нормальный сервер. Я, кстати, более-менее пофиксил себе пинг. Знаешь, что я сделал? Ну? Я усики раздвинул, почти полностью. Но все равно кусок крыши, он мешает. Да, не знаю, насколько они дикие. Мне кажется, легкие. Да, вроде нормальные. Главное, чтобы сервер не лагал. Yes. У нас пинг одинаковый, дядька. Так, пацаны, я сейчас что сделал? Я шорт подпушу. Шорт, лонг, блядь. Красные в этом, блядь, сука, 14 хп. Мразь, блядь. Бля, я по привычке закупился. А я, короче, сейвить буду, если что. Блять, ну ребята, нахуй, ну мид, блядь, кто-нибудь, да, блядь, что-нибудь сделайте, да, блядь. Дайте инфу, что шорт прошли уже. В смысле, я тебе сказал, что шорт прошли. Ну сколько, блядь? Одного я видел, там еще трое выбежали, блядь. Бомба на лонгу. Хорош. Нет, у меня пиздец, блядь, жопу разорвало, блядь. Я выхожу, одного, блядь, забираю, блядь. Смотрю, на меня трое выпрыгивает, я такой. Ну бери, бери. Let's go.
Есть спавн. Шарту на этом, на пальме есть снайпер. Ноль и пальма. Убил ноль. Там бомба. Тёмка. На пальме бомба, на нуле бомба. Кстати, этот, как я видел, как Донави Бласт обосрали. Ебать, там их, блядь, просто под ноль сбрили, нахуй. Да, они не хотели играть, видно. Ну, по ним видно, блядь. Будут, скорее всего, Аркадий Б будут аккуратно. Никого здесь, по-моему. Понял. На боксе, блять, убейте нахуй на Xbox'е, вы чё не чекаете его? Блять, два чела в миде, нахуй, блять, чел на Xbox залезает, блять. Как нахуй, блять, как вы его смотрите, нахуй, этот мид? Да, без армора под Б они, скорее всего. Один на суициде должен быть. Есть шорт. Шорт есть, понял, сейчас. Держи. Дай мне М-ку. О, благодарю. Дай авик, дай авик, деска. Дай авик. Есть идея. Там один красный должен быть еще. Блять, сука. Близко. Давай,
Ёбаный в рот, что за лаги? Причем мне из-за стрима нахуй. На Б. Планист. Бля, Крис, я понял, почему у меня еще лаги бывают, иногда пинг подскакивает, когда поезд отключает. Серьезно. Да. Да, тоже. У него поезд приезжает, у меня голуби. Все логично. На лонг, да. Отходи, отходи. Просто отходи. Я смотрю. Смотрю, что. Так, я шорт буду смотреть, стой на лонгу. Блять, шорт нахуй. Как вы мид смотрите? А, да. Долбоёб какой-то. Шорт, шорт, близко. Прям за смоком фартовый. Хорош. Мой авик можешь забрать фартовый. Слева, слева, слева. Левее, 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 левее. Левее. Ты остался без авика. Бывает. Если мы заберем, то есть они сейчас хватит. На нуле. Мишни. Шорт лезет, шорт лезет. Шорт. Шорт, я смотрю. Блять. Last short. Надо размяться. Что-то я какой-то деревянный. Да не надо, у меня есть бабки. Мне больше прикопаш. Шортовый есть кто-то. Шорт есть. Мид вышли, мид 2.
палец скользнул по своему стрелу. Снова 3 сентября. Авик за коробкой. Чё тут прыгает? Идёт сюда, блин, мидл один. Сплит Б, скорее всего. В коробке никого. Пошли. Эй, дед. Тёмка, лас. Ай-яй-яй, почти. По этой мразе, блять. Два, блять, сдегла ему похуй. Один чмо, там 4 хп у него. Да ебать, сколько можно уже, блядь? Два даю в упор, зигла, он, блядь, живет нахуй. 8 хп у Сарадипа, блядь, на лонгу. Тот фуловый, этот чмо, который сейчас около тебя, у него 8 хп. Не, у того. Вот второго, которого ты нокнул, у него 8 хп.
обидно нахуй. Что это? Ушел с бокса, я не понял, что Да, конечно. Расскажешь, ты тоже можешь рассказать. Без головы. Сзади. Красиво прилетело. Пацаны, идите вы... Я один на Б встану, идите спокойно, встаньте. Два мид, один лонг, один шорт. Под Б есть. Кстати, что там с моим английским? Ну вот когда ты перестанешь гулять по ночам. О-хо-хо-хо. Так, чё, пацаны? Я думаю, давайте, могу дать смог. Холодно, гулять не хочется. Говор потом. Я тоже. Не могу выйти. Пойдем. Мид Б, мид Б, мид Б. Двое мид, на Б чисто. Мид, близко двери, а вот уже. Очко будет. Вас сити. Очко. Там. Он одновременно не умеет пикать, да? То есть, если он видит, что я пикаю, он не может со мной выйти пикнуть. Ну, наверное, у него этот одна хромосома просто лишняя, поэтому. Бывает. Так, давайте этот форсбай. Типа мы можем нормально зафорсить. Галил, берите Галилы. У них все равно там сейчас ппшки будут, да всякая хуйня. Там чувак? Не-не-не. ССГ скорее всего. Вон 10 хп.
Да, блядь. А, там двое, блядь. Ну там же половина форсанула, половина не форсанула. Да, конечно, блядь. Почему ебаная, блядь? Чё, сколько у тебя часов? А, ну сколько лет 15. Я понял. Охуенный покупной ак. Да, у нас просто инфы вообще ноль. Олега Фэн. Так, сейчас его АК сохранить надо. Пошли фаст, да? Или фаст лэнг, я не знаю. Уже фаст лэнг. Come on, let's go! Ща, погодите. Ща, погодите, ребят, я его АК сохраню. Зачем он тебе сдался? Нормально у меня. Да я его. Я его просто потом через саппорт его АК спизжу. Я ему АК заблочу. Нижняя. Ой, мид, я даже попасть не могу, что со мной? Крис, блин, помоги мне. Че, красотка, долг ты со своим маком гулять не будешь. Ха-ха-ха, я понял, блядь, чмо ебаное. Окей, блядь, сейчас я даже репачу напишу. Это решаемо. Хорошо, у него аккаунт пятилетка, 15-летка. Хотя нахуй мне через ВК писать, я же ему через диск напишу. Так, где Чиполлино? Спина, спина, тиспаун. Это не свой. Все. Минус Акса Радипа. Слышал? Чего? Last boxes. Все, изи. ББ 15-летка, чмо ебаная. Хе-хе-хе, КТ тебе повесит. Не слышал, значит, слышал. Сейчас ему, блядь, через сутки, бля, КТ прилетит на АК, блядь, я посмотрю, как он будет играть, блядь. Чмо ебаная. Чего?
говорю, он так не успеет. Тут столько читеров, то что это, мне кажется, вообще бесполезно. Да не, это очень просто. Наивак просто хуй в тучу репортов кидается, ему саппорт кидает КТ, красную табличку. Так как аккаунт 15-летка, ему надо будет указать самый первый имейл и самый первый ключ, который был активирован на аккаунте. То есть 15 лет тому назад. У него он вряд ли есть, поэтому его аккаунт остается навечно с красной табличкой. КТ это... Ты не можешь не играть в игры с античитами, не можешь... Ну, тут, короче, у тебя аккаунт тупо, блядь, считай, как офлайн мод будет, и все. Вот такие вот пироги, блядь. Может прощаться с своим аком уже, в принципе. Сейчас как раз репач скинет группу. Сити, сити один. Шесть хп у Сарадипа. Один шесть хп. Опа, 1.60, 1.60, 1.4 хп. У него авик можешь забрать. Спасибо большое. Ты очень добрый ко мне иногда. Отстань. Что не делать, извините. Сгорел. Карсман. Ну да. Интересно, почему я страдал?
Мы вроде чисто. О. Ебать, у меня лаги нахуй. Вроде. Подожди, так это же твой. Это СМП 9 классный, может быть, со спавном. Это вот. Ну, он в сети бежит. Это который с драконьей броней, блядь. Каленый, очень каленый. Очко смотрит. Ладно, смотрите. Дай смочару. Слева стоит близко. Дал смок сети. За стенку пусть. Да там двое, блять. Пойдемте на. Они так агрессивно решили меня пикнуть. Да зажимайся, чмошника, в яме. Боже мой. Где моя граффити? Класс на шарте, шарте. Ставь. Электронку наберу. Минус 95. Зашел. Они втроем надо были. Да. Или раз все время. Вот один точно все время заходит раз. Хаммер.
Да, он не промахивается. Еще один бэт. Еще один бэт. Уже двое бэт стоят. И ходим, и ходим, ну нафиг. Съебало это говно лагать уже. Just one and a... Let's roll. Может быть вообще на каре стоит. Might be car. Ебать, что за говёный сервер, блять, я не понимаю нахуй. Это ж, блять, убого радуга не лагает, как это говно. Да пиздец, блядь, что за лаги, блядь, что за сервер говно, блядь, просто. Что это? Причем, ладно бы, окей, была бы эта проблема с моим соединением, но нет. А нет, стоп. Да. Лол, я даже не посмотрел. Кек. А чё, блядь, не хватает? Так, стоп, вот тут я уже прошляпил. Найс. Хорошее. Хорошее эко. Фуртовый, можешь дать калаш, пожалуйста? Ой. Биф, дай калаш. Блять. Подожди. Банку почел. Да, конечно, блядь. Недолго тебе осталось, сарадип, блядь. Черножопый сарадип, сука. Давайте попробуем на фейсите поиграть. Это лучшее предложение. Давай, ты с калашом теперь. Let's go! Let's go! Мне градусов, мне неудобно играть. I'm throwing smoke. Перетягиваются. Не тащите меня. Тихо.
А, под лонг. Давай мне, я открою лонг. На, фартовый, бери. Подкиньте. Стреляешь? Ась, подкидывайся. Пип-пип-пип-пип-пип. С боксом стоит. Я думал, он с боксом стоит. Конечно. Дай смок мид и проходить. Кил мэн. Очко смотрит, смотри дверь. Изя. Так, ребят, я фастом сейчас перезапущу. Я отойду сейчас. Долго? Нет, на полчасика. Да ему пиццу надо забрать, походу. Так, бля. Похавать, блядь, на халяву. Ну, мы можем одну сейчас сыграть, я пока как раз перезапущу. Скоро буду. Давай.
Ну что, ребятки, что будем? Ну погнали, вдвоем поиграем пока. Так. Короче, у пацана аккаунт быстро отлетит. Долго он не будет играть. Там, короче, какая хуйня. На него с нормальных таких пару аков кидается репорт. Типа, что он не владелец этого ака. У него, так как 15-летний ак, ему саппорт моментально блокирует. КТ вешает и на его ак. И все, и пизда, блядь. Ему, во-первых, надо вспомнить первый имейл с этого аккаунта. Еще не факт, что он его вспомнил. Ну, нихуя мне какой дроп-то упал, блядь. Не, ебать, мне впервые упала, блядь, синяя хуйня. А не, это Industrial Grade. А, ебать, стой, подожди. Я могу взять сервис-медальку? Нихуя себе. Хуя себе, я взял эту. Так, сколько он стоит? Sell on Community Market. А, ну нормально, типа, можно продать. 0.10, нихуя себе, блядь. Так, ну чё, стартуйте, товарищ. Ну вот, ему кидается КТ, красная табличка на аккаунт. И пизда. Ему обязательно надо вспомнить самый первый ключ, который был активирован на этом аккаунте. Именно сам ключ. Ну пизда, да, он вряд ли его вспомнит, так как покупной. И ГГ. Все, пиздец. Минус АК. Я репачу сейчас скинул, сказал, типа, напиши в ту группу, сколько надо заплатить, я заплачу. Там, блядь, рублей 100 они попросят, наверное, если не меньше. Типа, за сатан рублей, блядь, челак заморозить, блядь, это святое, блядь. Сради пак так заблочить за 100 рубасов, блядь, да я только рад этому буду, нахуй. Он, наверное, думает, знаешь, типа, ха, хуй там, типа, он что сделает, блядь, завтра такой просыпается, хуяк у него, блядь, восклицательный знак. Здравствуйте, ваш аккаунт заблокирован, блядь. Обратитесь, блядь, в поддержку, а в поддержке ему скажут, да вот две вещи нам гони. Во-первых, подтверди, что у тебя доступ к старым, ну, у тебя старый имейл, самый первый, который, и ключ предоставь. Если он это не предоставляет, ты хоть что хочешь там. Вот одному челу, у них именно в среде читеров известный один, ему тапнули его основу, он скинул все чеки за последние 3 года, все чеки, блядь, то есть все по деталям, блядь, раскидал, и они типа говорят, что если вы совершали покупки в последние 3 года, это не значит, что вы владелец этого аккаунта. Нам нужен самый первый имейл, и нам нужен самый первый ключ, который был активирован на этом аккаунте. А достать ты его, кроме как если ты вот покупал, и он у тебя остался как в виде чека, либо на коробке с диском, ты не сможешь. Да, да. То есть у меня, например, как? У меня самое первое на этом аккаунте купленное, у меня лежит это все на моем мыле. То есть, если мне даже кто-то решит так заблочить ак, я спокойно захожу на свое оригинальное мыло, на которое я регал. На, держите первый ключ, на, вот подтверждаю, что это мой имейл, и все, и сосать. А я пока чаёчку бахну.
Так, ну вроде этот сервак попизже, вроде бы. У меня свет открытый 50 иногда. Не, это сервак для меня почему-то попизже. Тут, как я понял, нет нормальных серваков. Там либо тебе нормальный, либо там какое-то говно. Глушака пищи стреляют. Сейчас попробую. Не пищу я обычно. Это страшно здесь, поэтому просто. Мед есть. Можно было бы на этот бочонок залезть и сгореть, блядь. Было бы охуенно, блядь, на это ведро, прям. Grenade out.
Пиздец, там Б разрывают, блять, просто. Ну да, cool story. Ну этот долбоёб должен быть слиться, блядь. Что за сынку? Это там не очень нравится. Это ещё хуйня, блядь. Я тебе потом скину один момент, вот я совсем забыл клип сделать. Как чел в дырке на миду на мираже, блять, это пиздец, он так там проскочил, ёбаный в рот, бля, я такой хуйни еще не видел ни разу, так, я даже не видел, что про игроки так делали, я тебе потом покажу, надо будет тайм-код мне только найти, это вообще такой бред собачий, блять. Как я понял, они, блядь, фейси 10 левел, наверное, разваливают. Знаешь, там левые. Надо тяжелую артиллерию брать. Да, он тебя даже не видит, но он тебе дает голову. Да, конечно, да-да-да. А ну-ка посмотрим его аккаунт. 11-летка, блядь, надо и его тоже тапнуть, в принципе. Тоже варик хороший. Сейчас. Чего это скольки летка? Бля, и его в принципе можно тапнуть. Сделаем. Deploying flash.
flashbang. Throwing smoke. Fire in the hole. Smoke. Да, конечно, он знает, что я тут, блядь. Сейчас я начнут убивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Надо будет самому, блядь, посмотреть схему, как тапать аки, блядь, и все, тупо, блядь, во время катки даже это делать. Ба нехуй. Ну вот, поехал поезд, блядь, и у меня пинг нахуй, блядь, 100 с хуем. Все отлично. Поэтому долбоебы они даже не попадают, блядь, вообще. Так, ладно, агент 007 в деле, ёпта. Да погнали. Показываю.
Есть. Он под этим, 17 хп у него. Под сквики. И 17 HP. Waterfall с легитным only head играет, походу. Да, у него, блядь, знаешь, это как его прицел на уровне живота, блядь, но он на голову так, знаешь, идет по касательной, ровно, понимаешь? Прям идеально вот так ровно. Но не палится, у него она плавненькая такая наводочка. Он пока этот full legit играет. Full Eater.
Что они то на буст, блядь, лезут, то вообще они на него не лезут. Ну да, а чё ещё жрать, Пашок? Забагалась миссия, нашел писи. А что ты хотел, дядька? Так и знал, мразь там, блядь, кемпит. Сарадип ебаный, блядь. А чё за миссия там багнулась? Так ты это, ты как вот... Ты как этот играй, вот как видос, который я тебе кидал. Тупо бери, возьми, короче, тупо дядька этот, поставь там хардстоун, блядь. Пускай сама миссия проходится, блядь. Ласт где-то... Ага, вот и он пришел. Ёб твою мать! Это что, блядь, было нахуй? Я ему в голову дал, блядь. В смысле, этот дробаш не ваншотит, блядь? Чё, блядь? Я ему с метра, блядь, дал в голову, блядь, ему похуй, блядь. Что? Ёбаный в рот. Так, ща. Прикольно. Тебе то сесть надо было в нее, да? Так, ща, стой. О, может я успею купить броньку хотя бы. Да, я понял, да, что в нее надо было сесть, но игра, короче, передумала, знаешь, она такая тебе сказала. Дик ты нахуй, дядя. Это. Nine HP, one Nager. Has been planted.
Ну чё, я затеров догоню по статье. Исчез, блядь, дядька. Ну да, он знает, конечно же. Конечно, он знает. Угу. Конечно, он знает. Cool story, блядь. И он тоже больно. Они в сквике вообще не ходят, еще, короче, в сквике, блядь, пропушу и все. Ну да, это чмо уж там наготове. Сюда, блядь, подходит картинка, блядь, 5 негров, блядь, и одна полячка, вот это наша Тима, полячка. Самое забавное, у них все полячки, все. Ну жалко, блядь, в 39-м не добили их, блядь. Прям очень жалко. Машину времени, блядь, изобретут, когда... Я знаю, что делать. В первую очередь, блядь. Самым первым делом, блядь. 39-й. Здрасте. Нельзя, Ведьмак 3 не будет. Да похуй, я его сам слеплю, блядь. Я, короче, копию Ведьмака возьму, готовую, блядь. Всех трех, блядь. И все. И можно поляков тапнуть нахуй, блядь. Не, ну сначала Циберпунка дождаться надо еще на всякий, знаешь. Мало ли, может, шедевром будет. Так, короче, в мейне дохуя. Похуй на флешке. Там дело не во флешке. Можешь закрытую поставить, а он не ставит, он стоит ждет. Для чего вопрос? Хороший вопрос. Так, смотри, я могу дать раскидку на Б, на положить смок на Сити. И флешку еще накинуть. Ждем. Скажи, когда смог развеется. Можем зафыковать на Б. Дал смог на Сити. На сайте один чел.
Ну да, мы им подфейковали тут, блядь. Так, надо мид надо выйти. Наших еще выебут там. По нему вообще не реагирую. Блять, любой бери пистолет нахуй, что Юсп криво стреляет, блять, что, блять, Глок, что нахуй, блять, по 250-й. Я уж хуй знает. Ну это да, это я знаю. И он прям этот в мейн пушит, бля. Когда там второй убивает за тройку, он в мейн забегает, бля. Что за бред? Так, надо. Держи. Бля, умеешь девятку смочить либо молить? Если бы так можно было, бля, мы бы идеально сейчас заходили бы на плент. Чё, блядь, как он меня через смок прошил? Пошёл ты нахуй, блядь. Ну да, я говорю, блядь. Честные игроки, блядь, конечно. Их можно на мажор, блядь, а нет, знаешь, этот, из группы, блядь, 3-0 выйдут, блядь. И в плей-оффе ни одну карту не проебут. Тоже, знаешь, могу подрубить их вынести, блядь, хоть сейчас, блядь, только мне надо будет оверлей, ну, скрывать. Я, в принципе, уже задумывался об этом, потому что я заебался уже вот так гамать, блядь. Надо будет только вебку вырубать, и чтобы захват самой игры шел, и чтобы оверлея не было видно. И все. И будет топ-тема, нахуй. Сразу и просмотры появятся, и все будет. Убиваю уже, блядь.
хита, 38 дамага. Из чего, из калаша? Голева. А, нормально. Хорошо. Открываем, смотрим. 30 урона, блядь. 38. Ну, у меня вон в прошлой игре 36 на 4, блядь. Смак десятки, блядь, в чела, который в 5 метрах от меня я зажимаю, блядь. Найс, фейк лаги на пик, блядь. Попал. Ставь. Я мейн жду. Живи. Тут я вряд ли вытащу. Я не симпл. Нет, я хуй вытащу. Бустани меня, бустани на мидл. Даже. Нет, без шансов, блядь. Тут у нас два про игрока, блядь. Дядька, ты меня слышишь? Да.
Тебя тоже этот, как его, кикнуло? Нет. Мне пишут, типа... Меня из игры кикнуло, блядь. Непонятная хуйня какая-то. Ок, ладно. Странная херня. Бля, у нас пиздобол. Посадите. Мид есть, мид есть, близко. А, ага, я понял, понял, понял. И тебе репорт за такую хуйню, блядь. Найс бэктрек, блядь. Сарадип, ёбаный. Блять, да что у меня с именно с этими ёбаными серваками в ММе? Почему именно это говно, блять, умудряется лагать, блять? Ой, пиздец, я, блять, в ахуе просто, я не понимаю, нахуй, что это за бред собачий, блять. Этот коннектор. Блять, ну вы... Ласт под Б. Около под девяткой. Хорош. Наш долбоёб сидит, блядь, в крысу, блядь, да выйди ты уже, его убей, блядь, у тебя калаш нахуй. Он сидит, короче, видел же там, да, наш сидел как долбоёб, блядь. Выйди ты, его убей, я не могу не выйти, ни кару бить, блядь, нахуй, ни этого, блядь. Пиздец. Чё они ссут, блядь?
Они, блядь, Б решили. Все Б, все, all B, all B. Go plant A, go plant A fast. Все на Б были. У них авапа теперь есть. Мейн. Ну и одно чмо, которое мою лапу спиздил. Молик я смог дам. Ой, ебать, я попал по нему, нихуя себе. Я его прострелил. Нормально. Хотя бы везет иногда, блядь. Это, сука тупая, надо ей, блядь, по мобильному позвонить, блядь. Тупая пизда. Ну да, на миду, блядь, близко, нахуй, блядь, конечно. Второй под тобой, придурок. Глухой, блядь. You have two dicks on your ears, one in each. Thank you.
Блять, конечно, он должен удариться об эту хуйню. Бля, ему похуй, он просто в смог уходит, блядь. Смог набрать с него чела с форка, и он просто стоит в моей линии и ждет, пока его убьют. Помогает. Ну, это так нормально. Пожалуйста. Так. Мне надо, блядь, сейчас там подшаманить, что-то у меня нет какой-то хуёвый вообще сегодня. Да, пропуск кадров есть. Что-то какой-то пиздец. Так, сейчас, погоди.